Опа. О, так. Всем привет, дорогие друзья, с вами Виктор, это канал Витёк Плей, и сегодня мы продолжаем играть в игру The Room. Нам осталось пройти эпилог, и, собственно, этим мы сейчас и займемся. Отправляемся. Ух ты ж! В каком уголке Земли я нахожусь? Вопрос. Какой термоядерный реактор? Интересно. Нездоровое чувство движения. Не совсем вращение, не совсем падение. Почувствовал себя переступившим грань и теряющим зрение. Возможно, они только помогли привести меня в это место. За спиной больше нет пути обратно. Но спереди открылась дорога вперед. Меня тянет к чему-то в случае, что вы со мной... Постараюсь направлять вас на протяжении пути. Верю, что вы никогда не придете. Молю, чтобы вы оказались лишь очередным сном. Смотрите, какая-то подсказка явно есть. Так, это рисунок. Блокнот с эскизом нулевого элемента. О, смотри, сколько всего интересного, а? Так. Опа-на. И что это? Эй. А, во-во-во-во. Чувак, звук прикольный был такой, чпок. Маленькая шестерня. Прям смотрите, прям как будто летая со столом. Вот еле видно, еле-еле видно, что там что-то другое. Круто. Так, у нас есть шестерня. Да, она вставляется. Да нет, вроде бы. Так, здесь ничего. Го подсвеченного нет. Хорошо, куда можно эту шестерню приделать? Явно нет. Явно нет. Может быть, все-таки сюда? Да не, ну здесь какой-то знак, символ. Да нет, что-то музыкальное будет. Ну-ка. Ага. Так, треугольная шестерня. Куда поехала-то? Я не там финишировал, да? Хорошо. А, не, все правильно.
почему ты не сохраняешься? Так, хорошо, теперь надо вторую, да? Так, откуда надо начать, чтобы здесь же финишировать? Наверное, вот отсюда. Есть. Дярхай, рубильник. Куда, куда, куда посос? Так, явно чего-то не хватает. Опа, опа. Металлическая сфера, в ней есть что-то необычное. Это я догадался. Интересно. Тут явно какой-то узор. Во. И чё? А, открывается. Так, еще одна шестерня квадратная. Ух, ёлки-палки, нельзя так пугать. Так, маленькая шестерня. Все, видимо, да? Сфера нам больше не нужна. Выкинул. Так, квадратная фигня. Где ты? Поехали. Ого! Так, ключ. Несколько старых выцветших карт Таро. Вот прям так вот лежат и ничего не значат. Не поверю. Вояж, смерть. Непонятно. Так, ладно. Это было у нас где? Вот сюда наверняка это все применяется. Ух, нифига себе, я включил весь аппарат. В смысле, весь механизм вокруг. Что это значит? Так. Для чего-то же это нужно? Так, переключить-то я переключил, а... Почему-то все равно прокручивается насквозь. Так, я вот с этим не посмотрел. Да нет, здесь ничего интересного такого нет. Там что-то есть, оно прокручивается. Как это изменить? Как это изменить? Какие-то три знака у меня открылись, наверняка тоже куда-то пригодятся. S, непонятная фигня, на
Так, и треугольник. Может быть, я где-то могу уже это применить? Чем вот это какая-то выделенная? Вот эта вот фигня. Вот эта вот фигня должны быть. И вот эта вот фигня. Но я их ничего, ничего с ними не могу сделать. Потому что Ага. Стоп, там еще точечки нужны. Сейчас. Значит, S это 3 с точечки, квадратик это 2, треугольник 1. Три, две, это одна. Символ, какая-то монета. Символ шарманки. Ага, вот, наверное, с этой монетой у меня что-то получится. Куда его воткнуть? Ну, вряд ли сюда, конечно же, да. Так. Возможно, нужно что-то еще сделать. Здесь что-нибудь открыть наверняка надо. И туда эту монету вложить. 100%. Давайте посмотрим, что еще здесь можно решить. Вот это еще штука какая-то есть. Два маленьких отверстия, предполагаю, что-то не хватает. Так. Интересно, я пока даже не знаю, что еще тут делать-то можно. Такое ощущение, как будто я уже все применил, что можно. Эта штука не крутится. Может быть, шарманка сама как-то крутит? Твою налево, ну яракан. Как я мог во... А, господи, боже мой. Это ж... Я просто... Я как самый сандаль, прикиньте, сидел, ждал, что он здесь появится. Этот ключ, который мне нужно взять. А он там про... Блин, а! Ну ярак, ну ярак. Ладно, бывает со всеми. Открывай. Что такое вообще? Это символы. Три точки. Что за символы? Что-нибудь аналогичное есть у нас? АС, так. Так, так, так. Так. Я вот здесь вот прям смысл загадки не понимаю. Здесь что-то еще есть по бокам. Я просто не понимаю. Открытие медных пластин сзади коробки подействовало на вращающийся цилиндр. Нет, смотрите, там что-то до сих пор есть. Все правильно. Так.
Я понял, какая-то настройка должна быть тонкая. А где взять символ, с которым мне все это нужно провернуть? Так, вот это я могу менять. Где эти символы взять? Где взять этот символ? Где-то должна быть подсказка. Так, я похожих символов нигде не видел, если честно. Всего 7 штук. Стоп. Все работает уже, значит. Значит, мне нужно... Вот это вот вернуть наверх. И вернуться. Да. Ху-ху, наконец-то. Так, металлическая ручка. Это явно сюда куда-то приделывается. Да, детка. Вот он, рояль. Какие там надо было нажимать? Так, справа от черный и слева от черный, да? О, здесь как-то много черных. Так, справа от первой черный, так. Ага. О, блин. Ха-ха. Металлических ручки я нашел. Опа, она и убралась. Молодец. Так, металлические ручки. А это куда, господи? Где еще дырки-то у меня есть тут? Куда это вообще можно приделать-то? Блин, теперь у меня что-то есть, и я не знаю, куда это вообще можно приделать. Может быть, сюда? Нет. Замечательно. Почему-то вот сюда он мне позволяет подойти. Но здесь непонятно что. Слушайте, боюсь, я без подсказки не справлюсь. Как-то реально все совсем не очевидно стало в этой игре. Открытие медных пластин сзади коробки подействовало на вращающийся цилиндр. Он мне все еще подсказывает.
То есть, видимо, еще что-то должно быть в цилиндре. Возможно, кстати. Два семь. Может, сюда ручки как-то приделать? Поворот ключа в верхнее положение может стать решением, написано. Может. Вот я его верхнее поставил. Вот наблюдаю какую-то картину непонятную. Так, почему-то вот, смотри, деление налево и направо теперь появилось. Что ты мне еще раз скажешь? При повороте ключа в форме звезды в верхнюю позицию показываются два символа за медными пластинами. Я вижу эти два символа, да. Ты молодец, ты очевидные вещи говоришь. Если бы я еще знал, куда их применить, вот это было бы круто. А, я знаю, куда их можно применить. Нужно включить направо. А, вот, правый символ нам теперь нужно. Все, я понял. А правый символ был, я его зарисовал даже. Вот такой. Видите, то налево смотрел, теперь направо. Так, и что теперь? Так, в левую нижнюю позицию давайте. Да, но здесь ничего нет, ни в той, ни в другой клетке. Нужно сопоставить символы с замедленными пластинами с показанными символами ключ в форме звезды в верхней позиции. А, оба, наверное, надо совместить, да? А это левый. А левый должен быть вот такой. О, господи, боже мой. Вот я тугой-то какой, а, ребята, у вас. Вы уж извините меня. Ну, тут вообще совсем все неочевидно, как это пошло. Ну, либо у меня просто какой-то кризис. Так, и что теперь я должен получить? Две кнопки какие-то. Ага. Ого. Это вы круто придумали. В чем разница? Так, разницу вижу. Три. Пять, семь, три. Почему я решил именно с этого ракурса смотреть, я вообще не знаю. Догадался. Как догадался, не знаю. Видать, бывают и у меня проблески. Не только туплю. Что это? О, ух ты. Так, какие-то кнопочки. Так, с этой стороны что-то еще есть. Что ты мне пишешь? Отверстие для чего-то. Наверное, как раз-таки для ручки, для этой. Что-то происходит, когда я кручу. Ага, все, понял. Так.
Так. Опа. О. Так, драгоценный камень в металлической пластине. Во, ну наконец-то я теперь смогу его вставить вот в эту штуку. Где она? Эй, куда ты побежал? Ого. Ой, не так-то все просто, оказывается. Ну погоди. Вот сюда же он вставляется явно. Но это только один. Так, что это такое? Так. Что за фигни летают? Вот этот символ вот здесь нарисован. Возможно, нужно все камни ставить, тогда я там смогу опять сложить вот этот вот знак. Части вот от знака вот этого элемента небольшого, крутого. А здесь что такое? Какая-то кнопка? Нет. О, ну типа пятнашки или что? А, я понял, здесь нужно доводить все штучки до места, где можно вынуть камушек. Все, понял. Ну это же как бы несложно. А, понял. Сейчас, погодите. Что-то не так. А, все нормально. Туплю. Так, давай последний выковыряем. Так. Отлично. Так, с этой штукой тоже разобрались. Вставляем сюда камушки. Ну и теперь идем смотреть. Нет, не сюда. Вот сюда. О! А-а-а! Тут еще, видимо, камушки, но надо знать, какой камушек в какое правильное место воткнуть. Так, давай два попробуем с синим вместе. Так, красный должен в синий переходить, я так понимаю, да? Соответственно, неправильно. Если отсюда смотреть... О, похоже на правду, да? Или нет? Опять что-то не то. Может быть, тогда сюда? Хм. Странно. Ой, я что, случайно составил правильно? Ладно, хорошо, бывает и так, я понял. Ё-моё! А здесь-то что еще? Какой-то лабиринт для шарика, что ли? А, ну опять вот эту вот штучку надо провести, да? А как что крутить? Мимо.
О, все, скоро пройду. Хе-хе-хе. Засусало. Я думаю, его забрать надо. Так, и что? Молодец. О! Что это? Опять символы или элементы составить надо, такое ощущение. Так, я же подбираюсь. Вот он. Специально для меня там уже нарисованный есть. Еще одна. Ты смотри как. Хорошо, ладно. Тупик оказался, прикиньте. Нет, не сюда. Ха-ха-ха. Так, что теперь будет? Куда теперь собрать? О, мамочки. Я могу их как-то крутить. Я ж только что повернул его. А, вот эту штуку могу крутить, и вот эту могу... Ёшкин кот! Тут легко. Есть. Ух ты! Там кто-то был. Мужик какой-то. Игра пройдена. Вы прошли испытание. Надеюсь, вы не расслабились. Ведь дальше будет сложнее проходить тесты. Вы сделали первый шаг в долгом путешествии. Не вижу никакого смысла скрывать правду о вашем положении. Пути назад нет. Ни для кого из нас. Теперь вы в ловушке, как и я. Ступайте смело, мой друг. Впереди еще очень много комнат. Ну, видимо, это намек на вторую часть. Насколько я знаю, вторая часть и даже третья существует на, по крайней мере, на iPad, на iOS, точнее говоря. Но в Steam их пока нету, поэтому будем ждать, когда же они появятся. Блин, игра цепляет. Очень классная игра. Мне понравилось, правда, непонятно. Ничего не понятно, но меня больше интересуют именно сами загадки, как их решать и так далее. Конечно, были у меня тут затупы серьезные, но надеюсь, вы меня простите. Я же первый раз играл в эту игру, а не как вы, по 37-го перепрохожу. В любом случае, всем спасибо за внимание, ставьте лайки за это прохождение. А читайте описание, там ссылочка на плейлист будет этой игры. Ну и, собственно, осталось нас с вами только попрощаться. Пока-пока, до встречи в других прохождениях.